Ребята, всем привет! Наконец-то у меня длительное время рыбалка. То есть приехал я на Тихий Турунчук, то есть на Турунчук, Тихий Турунчук по-другому называют. Забросился, на тарань приехал, забросился, часика так уже полтора я здесь. Активности рыбы нету, чуть-чуть закормил место. Одна маленькая поклевочка была. Пробую червь, опарыш, все наживки, но пока мести жена. То есть буду менять место. Сегодня у меня такая рыбалка активная, буду двигаться с места на место. Не клюет, буду переезжать. Час-полтора буду ждать и чисто буду искать другое место. Ну что ж, погнали, посмотрим, что с этого получится. Переехал на солнечную сторону. И ближе к самому Турунчуку. Сейчас посмотрим, что здесь. Пока тихо. Народ, третье место лова. Рыбы нет. Пока ни поклевок, нифига. Будем менять место. То есть в Троицком глуху будем ехать. Будем ехать в маяк и пробовать на гитару на канал. Рыбавок немерено. Отдыхают народ, как и я, то есть. Клевала с утра чуть-чуть тарань, и все. Весь день искал рыбу, в итоге приехал из Троицкого на гитару, и вот что тут клюет. То есть тарани нету, но клюет такая себе уклея. Она вырастает чуть больше, ну хотя бы интерес какой-то есть. Тарани пока нету, то есть посижу к вечеру, посмотрим. Клейка берет неплохо. Первая на сегодня таранька. Вот такая. Дуплетик. Две сразу красотки. Народу, конечно. Нормально так, но разъехались. Портилась погода, народ разъехался. Но ничего не могу сказать, все по чуть-чуть таскают тарань. Ребята по хищнику пока ничего, в ухо стоят. Уклейка тарань идет. Вот таких две уклеечки. Маленькая, но хоть такой интерес, хоть что-то клюет. Я полдня проездил, вообще ничего. Одна таранечка, такая средненькая, и много уклейки. Я не знаю, что с ней можно готовить. Сейчас посмотрю в интернете. Она больше не растет. Это рыбка какая, но такая, которая больше не вырастает. Вообще красивая она, чуть маленькая, но хоть такая. Клюет, пока кормишь. Чуть закормил, минут 10 клюет. Закормка закончилась, все. Вот это. Вот она. Уклейка. Красивая рыбка, шпроты. Похожа очень. Ну, хорошенькие, ну и... Нет, а, вот, две таранечки. Всего две таранечки за все время, что я сижу. Все остальное только уклейка. Ну, что я могу сказать, ребят? Конечно, да, это не тарань, не карасик, но кайфанул то, что надо. Клюет она все время, много. О. Ну вот такая таранечка уже ближе к вечеру проклевывается. Ну да, хотя бы такая. Немножко. А так, все уклейка. Все уклейка. Красивая, жирненькая уклейка. Повечерело, рыбавок совсем мало. Видать, все с утра едут, сейчас расходились, почти никого нету. Такое, да, такой замечательный денечек у нас подходит к концу. Холодает, солнышко садится, и вот результат моего улова. То есть, ну, пару таранечек, я не знаю, штучек 6 таких средненьких. Все уклейка, все остальное вот. Именно уклейка. Как она выглядит. Уклейка, еще ее называют верховодка. Вообще жирная, красивая рыбка. Летом ее почему-то вообще нету.
Сейчас ее очень много. То есть вот такая интересная рыбалка получилась на уклейку. Что ж, ребят, почистил я нашу уклею. Вот так она выглядит. Пару таранечек попалось, даже козлик. Добавляем соли. Ну, соли надо нормально, так, чтобы рыба пропиталась. Вот, какая красота. Маленькая, долго чистим. Ну, как долго? Ну, заняло времени прилично почистить. Она маленькая. Же самое перемешиваем и оставляем на минут 20, чтобы наша рыбка пропитала солью, и мы ее дальше в муку и будем отправлять на сковородку. Я покажу, что с этого получится. Постояла наша рыбка, замариновалась, пропиталась, просто в муку. Так, ее полакиваем. И на сковородку, то есть нагреваем сковородку, нагреваем масло. И на среднем огне, не на большом, на среднем. Жарится она очень быстро, она же маленькая совсем. Рыбный тортик с уклейки и таких пару рыбок, там разновидность, подлящик маленький и пару таранечек. Всем приятного аппетита, пока, до новых встреч.